Добрый день, друзья! Я приветствую вас из Москвы, из Зеленограда. Я приехала к своим пайщикам Виктору и Надежде Машенцевым, чтобы поздравить их, так как они пайщики кооператива Bestway. И хочу им вручить вот такую замечательную подарочную досочку из красного дерева, изумительно красивую, с позолотой. И здесь написано «Владельцу недвижимости кооператива Bestway». Вот такая подкова «Счастье в дом» в позолоте. Вот такую красивую досочку, ребята, вручаю вам. От всей души вас поздравляю. Спасибо, спасибо. Наденька, поздравляю, спасибо. А пусть ваш дом у вас будет полная чаша, чтобы спасибо, вы жили здесь дружно, в изобилии. Ну, я хочу, конечно же, задать вопрос. Вот сейчас сидим на вашей красивой такой кухне, которая почти 17 квадратных метров. Посмотрите, какая уютная, с диванчиком. И, Виктор, знаю, что вы почти 10 лет жили на квартире. Каково себя сейчас чувствовать уже в собственной квартире, где вы можете по-хозяйски уже распоряжаться? Ну, скажу двумя словами вначале. Классно и супер. Потому как, живя на квартире, примерно в такой же, но кухня, конечно, в три раза меньше, мы платили такую же стоимость, как здесь мы платим за эту квартиру. Но это наша квартира, за ту же самую стоимость. Здесь больше метраж, хотя где мы жили, там тоже была замечательная квартира. Мы здесь можем делать то, что мы захотим, извинять. Такого. Мы можем любых людей прописывать по нашему желанию. Все, мы здесь имеем полное право. Это наша квартира. И главное, действительно, это стоит столько же, сколько это мы оплачивали, арендуя квартиру в другом месте. Здорово. Надюша? А я хочу сказать всем, кто слышал о ЖК Bestway, не сомневаться, а сразу же вступать в пайщики, приобретать себе квартиру в любой точке России, любой размер квартиры, какой вам нравится. Нам квартира это 57 квадратов и кухня почти 17 квадратов. Супер. Я довольна. Здесь можно даже и комнату сделать. Так что я очень довольна, я очень благодарна Ивановой Ларисе за ее настойчивость, за ее убедительность. За то, что как она нам все это рассказывала, мы долго сомневались, не верили. Почти что взяли ипотеку, потом отказались, все-таки вступили в Bestway. Вот это очень благодарно, иначе мы оттуда с этой ипотеки уже не вылезли. А здесь, если бы вдруг мы передумали, мы имеем полное право получить деньги обратно, выплаченные. Вот. Если вдруг, да, в течение двух месяцев. Ехать в другой город, да, ну, мало ли какие планы, да, то... Здесь есть только два варианта. Либо квартира, либо деньги. Я думаю, здорово. Дуски. И мы довольны очень. Да, я от души вас поздравляю. Живите счастливо. И, конечно же, всем рекомендую этот супер. Сама я тоже пайщица. Всем удачи, успехов.